Вот, друзья, вам показываем тоже литовская кровь, где-то строкенинская. Кобылица 4 года. Жеребят не водила еще, но вот будут пробовать они обучать ее. Вот. Пустила к жеребцу, чтобы понюхалась. Она даже не реагирует. Кобыла рослая. Хорошая. Белые чулочки сзади. Место. Иди. Марфа, место. Иди, потом сбери. Так потом она не достанет. Я ее насыплю. Сейчас насыплю. Кто старший ходит? Вот старший. Старший младший. Да. В одном лице. Как я, дядька? А это, Владимир, что за порода? Это рыжик белорусского упряжной вот. Тоже. Ну, ему еще 3 лет нету, 3-й годик. Молодой. Ну, как кобыла как бы нюхивает. Кобыла. Вот и кто рыжик. Место. Молоденький, оно тут видно. Да, молодняк. Склад еще жеребчика. Формируется еще. Стоим, малыш, стоим. Стоим, рыжик. Рыжик, хороший. Кому-то. 2,5. Рыжик, хорошо. Немой и глухой, да? Иди, место. Место. Вот такие лошади. Все, спасибо.